Нижний Новгород планирует потратить почти 1,5 миллиарда рублей на содержание дорог в следующем году. Львиную долю средств, 1 миллиард, муниципалитет получит от области. Сегодня об этом сообщила глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко по итогам заседания комиссии городской думы по бюджету. Переговоры по этому вопросу с областным правительством шли с весны 2017 года. Контракты с подрядчиками город будет заключать в этом году. Депутатам необходимо согласовать правки в бюджет на следующий год до предстоящего заседания думы, которое состоится 15 ноября. Надо было вне плана, вне сроков, на сегодня в опросном порядке вынести этот вопрос для его решения. Мы это сделали, мы поддержали, естественно, эту конструкцию, поэтому самое главное, еще раз, мы радуем горожан,